Аварійні дерева, що падають на людей, то не єдиний наслідок п'ятничної негоди. Через сильний вітер спалахнули гектари лісу. Про заходи безпеки у місті, області, а також відключення води говоримо прямо зараз. Мої гості – виконуючий обов'язки заступника начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Руслан Мураль, заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Михайло Лисенко та директор комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дмитро Кордиш. Вітаю вас. Михаил Александрович, в пятницу в городе упала ветка, которая травмировала, смертельно травмировала девушку, которая приехала в Днепр в поисках работы. Ну, кадры эти мы можем видеть сейчас у нас на экране. Это уже установлено, что это было за дерево? Это было дерево аварийное, не аварийное? И кто вообще занимается расследованием? Расследованием занимаются сотрудники национальной полиции, они производят соответствующее расследование. То есть, я думаю, результаты этого расследования мы сможем узнать уже ближе к концу этой недели, предварительные результаты. Дерево упало в процессе, в результате шквального ветра в городе не одно, но то, которое причинило смерть девушки. Это такой случай у нас в Днепре впервые за все время. То есть у нас часто падали деревья, то есть в результате там бури или какой-то непогоды. Но такой случай у нас этот первый за все время. И нельзя сказать, что там коммунальные службы этим не занимаются. Мы занимаемся этим очень активно. То есть, но есть такое понятие, как стихийное бедствие. То есть его нельзя назвать там масштабным, скажем, такое, как у нас было этой весной. То есть, но тем не менее скорость ветра достигала достаточно высоких отметок. И в результате этого многие деревья были повреждены. Из тех деревьев, которые упали, вы говорили о том, что не все деревья находятся на балансе города. В частности, то дерево, с которого упала ветка, придавившая девушку смертельно, это чье дерево? Ну, знаете, как бы было бы глупо отнекиваться, говорить, вы знаете, а это дерево не наше, оно не у нас на балансе. Все деревья находятся на территории города, но есть такая бюрократическая старая процедура. То есть у нас действительно, когда мы начали работать, когда я возглавил департамент, у нас на балансе практически не находилось ни одно дерево. То есть на сегодняшний момент мы поставили на баланс, провели инвентаризацию, ориентировочно около 40% всех деревьев. То есть деревья попросту были бесхозные, они никому не принадлежали. И по большому счету Зеленстрой с юридической точки зрения не мог вообще тратить на них деньги. Это, может быть, жутко звучит, и люди сидят сейчас возле экрана и смеются, но юридически, то есть если дерево не находится на балансе городского совета, юридически мы не можем тратить на него бюджетные средства. Понятно, в исключительных случаях мы производим обрезку аварийных деревьев, вне зависимости от того, где они находятся, на чем балансе, на чьей территории мы это производим, но факт остается фактом. Если приходит проверяющий орган, скажет, на каком основании вы обрезали это дерево у вас нет на балансе, вы не имели права тратить на него деньги. То есть совершенно нет разницы, или ты потратил деньги на обрезку дерева, которое не находится на балансе у города, либо ты купил, кому-то подарил за бюджетные деньги мобильный телефон. Для проверяющих органов разницы нет никакой. Сколько всего деревьев упало по городу? Есть какая-то информация? За последнее? Именно в пятницу, когда вы говорите, что 350. 350 по городу. Это было вместе падение крупных веток и упавших деревьев. Ну и опять же, чем чревато, мы уже поняли, что если дерево не находится на балансе у города, то в принципе горзеленстрой не может проводить его снос. Но тем не менее... В аварийных случаях, если мы видим, что дерево полностью сухое, и оно вызывает опасность для окружающих, мы его удаляем. Но количество деревьев в городе в таком состоянии астрономическое. То есть... И сколько аварийных деревьев ликвидировали в этом году? В этом году около порядка 4000. Это делает специальная комиссия, как определяется дерево, стоит удалять или нет, или это определяется на глаз? То есть поступает заявка от жителей, после этого выезжает комиссия, обследует это дерево, и по результатам этого обследования принимается решение, можно его удалять или нельзя его удалять, или провести там конирование, раскорчевку и так далее. То есть это принимает решение комиссия, не горсовет, это экологическая комиссия, которая принимает решение, дает определенное заключение. Просто так поехать, как кому-то захотелось, и спилить дерево, так не получается. Сейчас директор КП «Горзеленстрой» до сих пор отстранен от должности на время проведения расследования. Да. А как вы думаете, в какой промежуток времени будет проведено расследование, он снова может приступить к должностным обязанностям? Ну, я думаю, в течение 10 дней с момента происшествия, то есть мы получим какие-то предварительные результаты. Также у нас создана комиссия непосредственно в самом департаменте, которая проверяет эту ситуацию. И, я думаю, максимум на следующей неделе, к середине, к концу следующей недели уже результаты будут известны. У вас к нему замечаний по работе не было? Как руководителю никаких замечаний совершенно. Руслан Николаевич, мы уже сказали по поводу того, что падали деревья. Скажите,
как часто привлекают спасателей к тому, чтобы ликвидировать последствия такой вот стихии? Как правило, в первую очередь, это коммунальные службы занимаются, местных органов власти. В тех случаях, когда коммунальные силы и средств коммунальных служб не хватает, они обращаются к нам, мы оказываем им помощь. Также в отдельных случаях, если есть непосредственная угроза жизни и поступают сообщения от жителей области, мы реагируем неотложно. Скажите, 22 сентября, именно в пятницу, было много вызовов для спасателей именно по ликвидации деревьев? Про по ликвидации потом. Деревьев не такая цифра, как была озвучена моей коллегой. Порядка 46 деревьев мы оказали помощь. Их спиливание или частично, или там ветки убирали. В основном это деревья те были, которые угрожали там падению на дорогу или на транспортные средства. Ну, то есть, естественно, вы говорите о том, что куда вас привлекали, куда вызывали, поступил вызов. То есть, соответственно, да. Михаил Александрович говорит, 350 деревьев это по городу. Это с парками, это со скверами, это с набережными, это полный весь объем по территории всего города. А кроме упавших деревьев из-за ветра были лесные пожары. Расскажите, пожалуйста, сколько, ну, приблизительно, можно ли сказать, какое количество леса выгорело, и были ли это очаги пожаров, допустим, один очаг или два, и сколько, давайте по порядку, сколько все-таки выгорело леса? Ну, если начинать по порядку, изначально статистики, то фактически наша область сегодня является, к сожалению, с худшей стороны лидером по Украине по количеству пожаров в экосистеме. На сегодняшний день у нас с начала года, то есть пожароопасного периода, возникло порядка 4500 пожаров в экосистеме. Мы можем это сейчас видеть на экране? Да, основное количество пожаров это составляет горение сухой травы и мусора. Но, тем не менее, погода внесла свои коррективы 22 сентября, поэтому при возникновении горения сухой травы возникла масса загораний, которые перешли в подстилку леса. Это из-за сильного ветра? Да, из-за сильного ветра. Ветер был порывчатый, около 15-20 метров на секунду, и в отдельных районах, как говорится, ветер наделал беды. В особенности это касается на Московского района, Павлоградского, Петропавловского. Более масштабным у нас в плане пожаров это был на Московский район, а конкретнее это территория на Московского военлесхоза, где наиболее масштабный пожар лесной возник. Фактически было 5 отдельных очаговых пожаров первоначально. Общая площадь всего леса, которое было охвачено огнем, составляло около 120 гектаров. Сейчас более точно представители областного управления лесного хозяйства устанавливают площади. Но тем не менее, мы подняли весь гарнизон, привели в готовность. Фактически использовали все резервы, которые у нас были в наличии. Мало того, мы к тушению этих пожаров, учитывая то, что одновременно возникло не только на Московске, буквально через пару часов возник пожар в Павлоградском районе, фактически он граничил с нами Московским районом. Попозже чуть в Петропавловском. И так в течение дня, получается, возникло 9 лесных крупных пожаров. Поэтому было принято решением руководства главного управления о привлечении авиации пожарной. Принимал участие авиация порядка 4 выбросов. Первоначально один самолет был, дополнительно к концу дня дополнительно еще один вертолет и дополнительно самолет был. Скажите, вот сейчас мы видим кадры. Это выгоревший лес? Это да. Вот там, где черные пятна, это все выгоревший лес. Как вы видите, в основном это начинается с полей, где сухая трава, и дальше идет уже в лес. То есть выгорели деревья? И деревья горели, в том числе. И верховой пожар был, и пожар был низовой, и степовой пожар. То есть смешанный пожар был полностью и на территории и именно этих районов. Фактически они ничем не отличаются, кроме площади. 22 сентября, в пятницу, вы выехали на пожар. Как долго вы его тушили? Ликвидация именно на Московского пожара закончилась в 9 утра 24 числа. Если те пожары по площади были порядка 20-25 гектар, мы ликвидировали фактически их за сутки, то на Московский военлесход пожар именно на территории мы ликвидировали фактически в течение 2-3 дней. Как часто приходится использовать авиацию? За летние пожары мы уже говорили много раз о том, что действительно было очень много вызовов, больше, чем в прошлом году. Если ликвидировать пожар в экосистемах, то как часто привлекается авиация? Ну, все зависит от масштаба и погодных условий. В данном случае, как бы авиация в данном случае была очень необходима, поэтому мы ее привлекли. Но погода вносила свои коррективы,
То есть скорость ветра влияла не только на распространение огня, но и на условия для полета, безопасности полета в авиации. В течение этого года мы уже дважды привлекали на крупные пожары. Это 18 числа предыдущего месяца у нас аналогично тоже был пожар в Павлоградском районе, где мы привлекали. Также пожар возник, мы не только для экосистемы вызывали авиацию. Вот, к примеру, в этот же день, 18 числа, возник пожар на Богдана-Хмельницкого, на производственном предприятии, там, где горела там макулатура, бытовые отходы. Там. Там также, даже в черте города, применяли пожарную авиацию. Михаил Александрович, вернусь к сухостоям, которые... Вот скажите, после того, как произошло такое трагическое событие в пятницу, Горсовет, КП «Горзеленстрой» стали ли как-то более активно проводить работу и выявлять сухие деревья? Или же, в принципе, все идет в плановом порядке? У нас создана отдельная комиссия, куда входят представители от районов. Мы в первую очередь выявляем очередные деревья, которые подлежат ликвидации. Но основная масса этих деревьев известна, то есть мы знаем их местонахождение. И речь идет только о техническом исполнении, потому что количество этих деревьев огромное. То есть это объем работы. То есть, ну, давайте так вспомним, когда у нас планово, полномасштабно началось кронирование деревьев, 1,5 года назад. До этого 1,5 года, то есть происходила где-то обрезка, где-то какие-то ветки. Единственное, сделали большой участок кронирования до этого. Напротив театра оперы и балета этот участок проспекта Еварницкого. До этого у нас кронирование полномасштабное на территории города, как правило, то есть, ну, в больших объемах не производилось. В этом году они произведены в достаточно большом объеме. В следующем году мы планируем увеличить их количество, ну, как минимум в 2 раза, поскольку эта проблема зеленых насаждений в городе существует. Кроме того, у нас разработана специальная программа по замене зеленых насаждений. Мы планируем в ближайшие 7 лет полностью отказаться от пуховых тополей в городе и заменить их на другие виды растительности. Если говорить о сознании граждан к этому вопросу, как они относятся, какая реакция, хотите в качестве эксперимента? Вот, то есть мы знаем это место, где произошла трагедия. Хотите, завтра туда выйдет «Зеленстрой» и начнет на этом проспекте производить кронирование и обрезку деревьев. Вы посмотрите, что там будет твориться. Там будут общественники, антикоррупционеры, они будут кричать, что Филатов и Лысенко продают деревья на дрова, что это никому не надо, нам ветки не мешают, нам нечем дышать. Скажите, как часто активисты мешают? Ежедневно. Ежедневно. Ни один практически случай, у нас каждый случай обрезки деревьев происходит с привлечением сотрудников полиции или сотрудников муниципальной варты. Ежедневно. 2-3 случая. То есть у нас очень редко происходит обрезка деревьев без конфликтов с жителями. То есть и основные жители настроены агрессивно, но пока что-то не произойдет, тем более их не интересует. Даже после того, как произошла эта трагическая ситуация, у нас была обрезка деревьев в районе там, площади Староказацкая, это бывшая Островская. Во дворах мы обрезали, и там выбежал весь двор, начали кричать, не надо, мы же объясняем, вы видите, произошла трагедия. А чего она вообще сюда приехала? Это выходные были. Это выходные, а чего? Мы работаем и выходные тоже. Чего она сюда приехала? Нечего там шастать, у нас деревья не падают. Ну как, вот у вас сухие ветки. Вы понимаете, надо обрезать. Не надо нам ничего и обрезать. Мы, если что, обрежем сами. Да как вы обрежете сами? Высота вышки, туда надо вышка 40-метровая. Только у нас в городе такая вышка. И МЧС, больше ни у кого нет. Вы не сможете этого сделать. И вот когда проходит снегопады, когда начинают падать деревья, давить машины, эти же люди приходят и начинают жаловаться. Вот у нас упали деревья, вот нам подавило машину. Так подождите, к вам выезжали сотрудники «Зеленстроя», мы не заактировали, потому что вы их не допустили к работе. Какие претензии? Ну вот все равно вы нас не убедили, значит, надо было объяснить более лучше. Вот и все. Допускаете ли вы в комиссию общественников? В комиссию какую? Которая экспертная, которая выезжает, она, обследует деревья. Она состоит из общественников в том числе. Но как только туда попадают общественники, остальные общественники считают сразу их предателями, поскольку они дают добро на спиливание пуховых тополей. Их не интересует аллергия у людей и все остальное. Давайте конкретнее, кто входит в эту экспертную комиссию? Общественники, представители районов? Вы уже представители говорили... районов, представители эколога. Вы за какую комиссию говорите? А которая обследует деревья на состояние вот сухостой, аварийной. Туда входят представители общественности, представители департаментов, представители районов. Все вместе выезжают и обследуют. Скажите, да, в какое время года чаще всего происходит борьба с сухостоями? Насколько я понимаю, зимой этого не делают. Круглый год. Круглый. Зимой в первую очередь. Зимой в первую очередь, тем более нет большого количества листвы, то есть крона дерева оголяется, то есть гораздо более легче определить, какая из веток сухая, а какая нет. Кроме того, меньше мусора. То есть нет листвы опавшей. То есть в зимнее время суток, это зимнее время года, это производить более эффективно. По поводу денег, это дорогостоящая процедура проводить спил деревьев?
То есть зависит от высоты дерева, от толщины его ствола, от породы, то есть это мягкая порода, твердая порода, то есть несколько факторов на это, которые влияют. Скажите, что делать жителям многоэтажек, допустим, в ту же пятницу, когда был сильный ветер, если у кого-то упало дерево, как обратиться в горзеленстрой для того, чтобы приехали и спилили, и убрали это дерево? Это будет за деньги, бесплатно, и вообще как происходит процедура? На придомовой территории, то есть домов, которые находятся на балансе городского совета, то есть это производится за средства зеленстроя. Если деревья находятся на территории частных предприятий, то это происходит за средства предприятий, на территории которых находятся эти деревья. То есть, если в частном доме живет человек, у которого упало дерево, он может вызвать КП «Горзеленстрой» или заключить с ним договор, либо с другой организацией, которая имеет на это разрешение, могут заключить, им эта услуга будет предоставлена. Опять же, на это, если дерево не упавшее, а по мнению жителя требует спила, на это необходимо получить разрешительные документы. То есть, не бывает просто так, что позвонили, алло, а у нас сухое дерево, приедьте спилите. Перед тем, как его спилить, даже если оно полностью сухое, и видно, что оно уже сухое несколько лет, необходимо получить акт на его списание, и только после этого его можно списать. Исключительные случаи – это аварийные. А в частных домах, если люди самостоятельно спиливают деревья, это нормально? Ну, у нас есть прецеденты, что соседи на них жалуются, говорят, у меня был тень, а он спилил дерево, теперь мне... Или, например, теперь с соседних окон видно, что я тут раздетый, хожу по двору. То же самое, тут постоянные конфликты насчет деревьев. А как подать заявку? В Зеленстрой. То есть первый вариант – это можно написать официальное письмо в Зеленстрой, либо позвонить по телефону, прийти, заключить с ними договор. У нас в октябре месяце будет работать отдельная горячая линия по всем коммунальным вопросам, когда люди не будут спрашивать, а вот если у меня нет воды, или нету, или упало дерево, или открытый люк канализации, куда звонить, все будут звонить на единый колл-центр. Это будет в октябре месяце. Октябрь уже скоро совсем. Вот скоро, совсем скоро. Это будет открытие этого колл-центра, или он уже будет полноценно работать? Колл-центр работает уже в тестовом режиме. У нас были определенные трудности, поскольку мы создавали колл-центр, наносили все инженерные сети, все объекты, трансформаторные подстанции, сети водоканала, теплосетей, водоснабжения. Мы их наносили. На тот момент, это мы начали этим заниматься год назад, года два месяца назад, самыми продвинутыми картами, то есть все интернет-пользователи скажут, и самыми адаптивными на тот момент были Яндекс. Но поскольку Яндекс мы больше не используем, Яндекс это зрада, нам пришлось в ручном режиме все полностью переносить на карты Google. Карты Google достаточно сырые были. Мы в ручном режиме связывались с Google офисом, наносили все наши объекты инфраструктуры для того, чтобы, если человек говорит, что у меня, допустим, проблема, нету в доме электричества, оператор сможет определить, к какой трансформаторной подстанции он подключен, у кого она находится на балансе, и уже будет, то есть, видеть эту ситуацию. Точно так же он видит, какие сети. Где сети ДГТС, где сети Теплоэнерго, где Коммунжилсервиса, где Коммунэргосервиса. То есть это все, теперь эта вся информация, это колоссальный объем работы. У нас на него ушел год, и нам пришлось его сделать дважды, поскольку надо было переносить все на новые карты. Но сейчас мы работаем в тестовом режиме. Я думаю, к середине октября мы запустимся, числа 15-го. Насколько я знаю, идея появилась еще раньше, чем год и два месяца. Вы говорили об этом еще. Эта идея появилась, как только меня назначили. Идея появилась полтора года назад. Но к реализации ее мы приступили год и два месяца назад. Это единый диспетчерский центр. Куда поступает информация? Это по телефону или же будет еще мобильное приложение? Значит, вариант первый. Можно будет позвонить по номерам телефона. Телефоны будут всех операторов. Можно будет отправить непосредственно заявку на сайт. Можно через приложение, через СМС, можно через приложение через Google, можно через приложение через Facebook. То есть это один из самых у нас будет современных колл-центров коммунальных в Украине, не постесняясь этого слова. Тем более житель может видеть, а он будет видеть, принята заявка, какому исполнителю она отправлена и на каком этапе она сейчас. То есть выполняется, и после того, как поступила заявка, заявка не закрывается до тех пор, пока представители колл-центра, вот, допустим, вы сказали, у меня в подвале течет вода, допустим, или там забитая уличная канализация. Заявку не принимает водоканал. Заявку будет принимать диспетчер. Диспетчер будет передавать непосредственно не руководителю водоканала, а именно работнику участка, который обслуживает этот район. И после того, когда он отчитывается и в программе, в компьютере делает отметку с мобильного телефона, заявка выполнена. Вам звонят домой оператор и спрашивают, заявка выполнена, не выполнена. После того, когда вы скажете, да, заявка выполнена хорошо, качественно, эта заявка снимается, отмечается как выполненная.
выполненная. Пока вы не подтвердите качество работ, она висит как невыполненная, и я как руководитель вижу всех, он как руководитель видит свое направление водоканала. То есть это достаточно, потому что большой шквал обращений к Фейсбуку, мне пишет 300-400 человек в день. Это очень трудно обработать, и это все не систематизировано, я это передаю помощникам, записываю, делаю скриншоты сообщений, упавшее дерево, Зеленстрой, нет освещения на улице, это горсвет, забитая вода, забитая канализация, водоканал. А так это будет все систематизировано, я ежедневно буду видеть, где, на каком участке города, что у меня происходит. Это отдельная статья финансирования или уже это заложено в бюджет? Это уже заложено в бюджет на этот год, то есть, но... Учитывая то, почему я не хочу, чтобы звонки принимали руководители коммунальных предприятий. Уровень культуры руководителей коммунальных предприятий, я не хочу никого обидеть, но они сами знают, что это правда, достаточно низкая. То есть это опять начнется хамство, это опять начнутся не брание, а бросание трубок. У нас специально обученные люди, которые знают, как себя вести с городскими сумасшедшими, с неадекватными людьми, а они, к сожалению, есть. То есть, ну, есть поле, я знаю, на прием реально приходит около там, 10-15% людей с определенными психическими потребностями, будем говорить их так. И они, в разном эмоциональном состоянии. Да, и они обучены, как вот вы звоните там в Киевстар, да, в компанию, или там в Водафон. Если вы начнете задавать неприличные какие-то вопросы, или приходить на грубость, у них есть стандартные варианты ответов. То есть конкретно воспринимается заявка, она передается, она регистрируется, человек на СМС получает, заявка такая-то, принята там-то, занимается тот-то. Либо самый оптимальный вариант — зайти на сайт, мы скоро все презентуем, покажем, и человек в онлайн-режиме будет видеть, кем принята заявка, когда выполняются, какие сроки ее реализации. Специально обученные люди – это уже сотрудники горсовета или это на условиях? Это уже сотрудники горсовета, которые люди проходили тренинги, мы приглашали специально специалистов с Прибалтики, у них аналогичный был сервис, мы приглашали люди, которые занимаются тренингами, подготовка в колл-центр людей в банках, в мобильных операторах и в других сетях. То есть люди прошли специальное обучение, как разговаривать, как держать себя в руках, как не переходить на личное и так далее. Возвращаясь к теме нашего разговора, я очень надеюсь, что в скором времени вы презентуете снова. Мы вас очень будем просить прийти к нам в гости для того, чтобы рассказать, как будет работать эта система уже после презентации. И, конечно же, будем обсуждать вопросы, которые будут негативные появляться в комментариях по этому поводу. Я уверена, негатива будет достаточно. По поводу сухостоев мы вроде как разобрались, что это плановая работа. Высаживаются ли у нас новые деревья на месте тех, которые срубают? Потому что очень часто говорят, что сотрудники горзеленстроя просто уничтожают деревья, а новые никто не садит. В этом году количество высаженных деревьев превышает количество удаленных в 2,5 раза. В этом году. В прошлом году мы высадили около 6 тысяч деревьев. В этом году, то есть у нас количество деревьев, которые спилены и посажены, разница в 2 раза. То есть мы в 2 раза больше высаживаем новых растений. Это уже не тополя? Это уже не тополя, категорически. Возвращаясь к пожарам в экосистемах, скажите, пожалуйста, сейчас какой класс пожарной опасности в лесах? Класс пожарной опасности остается 5-м, даже невзирая на погодные условия, поскольку класс пожарной опасности определяется многими факторами, основным из них – это количество осадков, допустим, и та площадь, которыми они покрыты. Допустим, вот если взять, к примеру, 22 число, там, где более всего было у нас количество пожаров в экосистемах, часть территории, такая вот, как часть Новомосковского района, на части, на Московском, Гвардейском прошел незначительный дождь по сравнению с городом Днепро, где прошел конкретный ливень. А на окраине, где граничит с Харьковской областью, там в районе Перещепино, там фактически вообще не было осадков, поэтому буквально вчера там возник пожар на территории Харьковской области и теми сухой травы. И тем не менее пожар перешел, и 1 гектар нашей области захватил, поэтому принимали участие и наше подразделение, оказывали помощь и коллегам с Харькова, и тем не менее давали распространиться этому пожару. Что вы можете сказать по поводу человеческого фактора? То есть что пожелать людям, собственно, для того, чтобы не было таких пожаров? И во время пожарной опасности 5 класса вы обычно говорите, что въезд в леса закрыт. Сейчас какая ситуация? Также само остается запрет на посещение лесных массивов населением. По любым, как говорится, потребностям, в том числе и отдых, и грибы, и другие виды отдыха. Потому как, даже невзирая, пожароопасный период имеет свое определение. Это определение заключается в том, что этот период начинается с момента таяния снега до момента покрытия земли снегом. Поэтому даже при температуре близкой к нулю возникают пожары в лесах.
А как часто горят свалки мусора? Фактически каждый день. Точно так же сложности есть в тушении пожара, насколько я понимаю, но авиация уже не привлекается. Нет, в основном, наоборот, привлекаются наши подразделения к свалкам, потому как у нас официальных свалок открытых, зарегистрированных, не так уж много. В основном это стихийные свалки. В основном это небольшие свалки, которые возникают фактически на окраине населенных пунктов. То есть само население этой свалки как бы создает у некоторых населенных пунктов, а потом же от этих отгорений этих свалок они же страдают. Дмитрий Евгеньевич, вот, собственно, вы просидели практически всю передачу, но очень важный вопрос, который волнует всех горожан. С завтрашнего дня отключают воду. А такого давно не было у нас, да, насколько я помню, не отключали на 2-3 дня воду. С чем связано отключение? Отключают завтра в 6 часов утра, 26 числа, коммунальное предприятие «Аульский водовод» для профилактических ремонтов, для того, чтобы войти в зиму безопасно и стабильно подавать воду на город в дальнейшем. А в Днепре какие части района останутся без воды? То есть даже не полные районы? На сайте Днепроводоканала есть участки территории района, где обозначено, где не будет водоснабжения. В основном это верхняя часть города. Это Нагорный рынок, Тополь, Титова, Верх Рабочий. В одном из интервью вы говорили, что 5 лет назад Днепроводоканал планово отключал воду, и как бы к этому все уже привыкли, но потом к хорошему быстро привыкают в течение 4 лет. Это еще в одном интервью буквально сегодня, которое давали в новостях. Понятно. Об этом говорили, что 4 года не отключали воду. В связи с чем? Ну вот при остановке Аульского водовода мы планировали остановить тоже Кайдатскую насосную станцию, сделать ряд ремонтных работ. Но в течение 2 недель мы смогли ее сделать, даже город не почувствовал это. Ну а в связи с чем, Михаил Александрович, вот как раз вы тоже говорили по поводу того, что больше не будет таких отключений. Вы когда приступили к работе в должности уже в горсовете директора департамента ЖКХ, то говорили о том, что воду уже отключать на 2-3 дня не будет. До этого я руководил водоканалом, то есть на территории Республики Крым, то есть небольшим. И имея определенный опыт работы, то есть первое, что мы сделали, мы провели модернизацию практически всех насосных станций, которые осуществляют подачу воды, так как первого, так и второго подъема. Если раньше там стояло у нас допотопное технологическое оборудование, если для технологического обслуживания насоса требовалось образно там 2 дня, чтобы его разобрать и собрать, сейчас мы установили более современное оборудование, и то, на что у нас уходило раньше 2-3 дня, мы делаем за 2,5-3 часа. Как правило, это в ночной режим, то есть не отключая жителей от воды, мы производим все необходимые ремонтные работы в ночное время суток и согласно регламенту. То есть для этого больше не требуется никакая остановка. По поводу мусора мы начали немного говорить, что у нас спасателям приходится тушить и свалки. Вы были в Японии, да? Буквально недавно вернулись. Ну, многие говорят, что это и отпуск, и командировка, как это назвать. Якобы вы там и отдыхали, и работали. Михаил Александрович, что вы почерпнули из этой поездки как раз по поводу того, как нужно обращаться с мусором в Днепре? Ну, я уже вчера у вас в студии в гостях был, или позавчера, или вчера. Мы так кратко поговорили на эту тему. Багаж знаний достаточно серьезный, и в самое ближайшее время это будет реализовано, то есть будет начата реализация непосредственно у нас в городе. Но если, например, вот так вот кратко в 2 словах, там по правилам обращения с твердыми бытовыми отходами с гражданами, когда я с японскими специалистами, то есть начал говорить о том, что мы там планируем изменить культуру отношения людей к твердым бытовым отходам, к сортировке и так далее, они мне сказали, а у вас ничего не получится. Я говорю, в смысле? Я говорю, ну да, вы можете даже не пробовать. Мы пробовали, у нас ничего не получилось. Вы не заставите и не научите людей сортировать мусор. Я говорю, выход какой? Начинать в детских садах и в школах. Вот вы будете начинать, я говорю, хорошо, а что мне делать? Я говорю, сейчас. А вы не думаете то, что делать сейчас. Вы думаете то, что будет через 25 лет. То есть они живут 25-50-летними планами. Они смотрят, что будет дальше, в будущее. Но, говорит, сейчас организовывайте, занимайтесь там урны, там, старайтесь там раздельный сбор. Но у нас для проведения, для того, чтобы эта система начала нормально работать, нам потребовалось 25 лет. Я говорил об этом 25 лет назад. В Японии ситуация с мусором была в несколько раз хуже, чем у нас. Хотите верьте, хотите нет. Это информация в открытом доступе. У них 25 лет назад еще люди умирали в селах от холеры, поскольку в реки сбрасывались твердые бытовые отходы, выливались нечистоты. То есть когда мне показали видео о том, что происходило у них, там, скажем, там, в конце 80-х годов в Японии, у меня волосы дыбом встали. То есть я даже не представлял, что такое в Японии, в высокотехнологичной стране, могло вообще происходить. Ведь к проблеме мусора, они начали с проблемы мусора, плотно заниматься там только в начале 90-х годов. Вот у них там старт их программы такой, это порядка там 91-92 год.
Тем не менее, только через 25 лет у нас будут решены проблемы с мусором? У нас проблемы с мусором будут решены. Реальный результат и эффект люди увидят уже этой весной. Мы приобретаем большое количество мусоровозов, мы приобретаем большое количество дополнительных контейнеров, мы привлекаем и дополнительных подрядчиков для перевозки, поскольку один подрядчик де юре и де факто не может обслуживать весь город. Тем более мы результаты этого обслуживания на сегодняшний день, я думаю, жители все ощутили. Приобретаем современные мусоровозы. В центре город увидит 600 подземных контейнеров специальных, которые накроют полностью всю центральную часть города. И у нас не будет этих уродских на проезжей части контейнеров. К реализации этого проекта мы приступим после Нового года к контейнерам, а весной, я думаю, жители уже увидят новые мусоровозы. Но, тем не менее, еще один законопроект, который, вот, собственно, гласит о том, что нужно сортировать мусор, да, и людей будут к этому постепенно приучать. Вы верите в то, что это возможно? Нет. То есть сортировки мусора в Днепре нет, не будет? Ну, давайте будем говорить так. Я захожу каждый день домой. Вот у меня под подъездом стоит специальный ящик под пластиковую бутылку. Туда люди ее бросают. Но я вечером выхожу, она заполнена на 30%. Утром выхожу, она уже пустая. Поскольку люди определенной категории этот весь пластик выбирают, собирают и идут, продают. Проблема с пожарами в таком случае, если как вот в Японии через 25 лет они пришли к тому, что у них проблем с мусором нет, то есть у нас не будет свалок в перспективе через 25 лет. Ну, понятно, что хорошее и позитивное мы почувствуем уже этой весной, как вы сказали, но тем не менее, к чему мы идем? К тому, что у нас не будет свалок и будет новые мусороперерабатывающие заводы или же... Мы планируем, на выходе проектирование завода мусороперерабатывающего, мусоросжигательного. В реализации этого проекта заинтересована компания из трех стран. Компания из Японии, это Hitachi и Marubeni, компания из Великобритании и компания с Австрии. Как сказал мэр, дал указание, кто первый из них к нам добежит, с тем мы и будем иметь дело. То есть мы ждем предложения, их финансирование, есть определенные гранты международные, есть определенные кредиты. Вот, допустим, японская сторона под гарантией государства, то есть на 50 лет предлагает кредит под 0,05% годовых. 0,5%. В Японии же дефляция, то есть если ты приносишь в Японии деньги в банк, тебе никто проценты не платит. Ты должен платить деньги за то, что у тебя деньги лежат в банке. Да. У японцев больше шансов? Не знаю, посмотрим. А вы не были у той компании, которая предлагает как раз вот... Был, я во всех компаниях был, в офисах, и мы встречались, они показывали свои объекты. То есть, ну, наиболее мощная, наиболее прогрессивная – это японская компания. Тем более, там, Hitachi – это монстр в Японии. Наверное, 40% Японии построила Hitachi, начиная от лифтов, телевизоров, вентиляторов и чего угодно. То есть, и мы ждем, у нас будет очередной визит, мы едем 2 числа на несколько дней в Японию с мэром, там буквально на 2-3 дня. То есть у нас уже будут такие более-менее итоговые переговоры. И кто из них быстрее к нам придет, с теми из этих трех компаний мы заключим договор. Тем более технологически все эти три завода, нельзя сказать, что там, ой, там австрийский там гораздо лучше, а японский хуже. В принципе, согласно всех норм, технологии, нормативов, выбросов, они находятся в одной плоскости. То есть не надо сказать, какой-то из них лучше, какой-то из них хуже. Наши полигоны, нынешняя ситуация какая? Они уже переполнены и не могут принимать мусор? Нет, то есть у нас основной правобережный полигон, он еще рассчитан как минимум на 18 лет на прием твердых бытовых отходов. Но мы планируем в течение 5-6 лет решить вопрос с предварительной сортировкой, то есть поставить сортировочную линию. Мы тоже ожидаем запуск ее весной, то есть весь мусор, который предварительно будет отправляться на полигон, он будет проходить сортировку. Я показывал, как это происходит за рубежом, то есть мы получили все аналоги, все консультации, все их нормативы, то есть каким образом, как, что куда сортируется, бумага, пластик, стекло по цветам, по качеству, керамика отдельно. Это мы планируем запустить уже весной. То есть, как минимум, мы планируем процентов на 30-40 сократить количество твердых бытовых отходов, которые захораниваются на полигоне. Это первое. А к тому времени, когда у нас появится мусоросжигательный завод, я думаю, будет гораздо легче. Мусоросжигательный завод у нас должен появиться когда по планам? Ну, я думаю, это минимум 5-6 лет. Сколько денег на это потребуется? Порядка полмиллиарда долларов. Эти деньги будут явно не государственные, не городского бюджета, гранта, это гранты. Это кредит японской стороны сроком на 50 лет по предварительным договоренностям под 0,5% годовых, под гарантией государства, не города, не муниципалитета.
Еще один момент. Вы, когда были в Японии, то очень много внимания обращали на наружную рекламу. У нас с этим большие проблемы, потому что рекламу вешают на столба, и на столбах, и в лифтах, и где угодно. Как там решают эту проблему? И сможем ли это мы применить на практике? Мы на практике сможем применить. У меня портфель остался в машине. Мы, я думаю, начиная с декабря месяца, в первую очередь, начнем наносить антивандальное покрытие. У нас уже первый образец мне изготовили в городе Днепре. Это специальное покрытие, которое покрывается столбами, то есть образно резиновое, на которое невозможно приклеить ни объявление, невозможно прикрепить скотчем, невозможно прикрепить степлером. Это первый шаг. Поскольку даже учитывая то, что ежедневно до 20 протоколов составляется сотрудниками полиции, сотрудниками инспекции, по благоустройству, и несмотря на то, что штрафы там в размере 1300 гривен, люди, которые занимаются расклейкой рекламных объявлений, они нашли хитрый выход. Они начали привлекать лиц в возрасте там, 12-13 лет, в отношении которого невозможно составить административный протокол и так далее и тому подобное. То есть это сложная, достаточно серьезная проблема. Причем, чтобы было понятно, это занимаются расклейкой рекламных объявлений, не побоюсь этого слова, это в полном, это действительно так, это секты. Обычные религиозные секты, которые люди, как правило, мы же всех, когда задерживают, они приходят на административную комиссию, мы с ними разговариваем, это с их точки зрения глубоко верующие люди, которые выполняют поручения своих там десятников и так далее. Я не готов сказать, что это все без исключения, кто этим занимается, но очень большое количество людей, это как раз из той категории, которую я вам сказал. Но, тем не менее, это дорогостоящая процедура нанесения антивандального покрытия, которое на столбах? Мы считаем, сколько это будет стоить, но в любом случае, если вы видите, у нас город просто утопает в этих печниках, в оклейках и во всем остальном. Начнем с центральной части города, дальше посмотрим. Ну, это же еще и баллончики, которыми рисуют сверху. Да, кстати, единственная страна, где я не увидел вообще совершенно никаких граффити, это Япония. Вы же видите, граффити везде. США, Великобритания, Германия. Все в граффити, все утопает. То есть, ну... А как они с этим борются? Там борются? Да. Ну, видите, в Германии пытаются побороться, у них не очень хорошо получается. А вы в Нью-Йорке в метро зайдите, посмотрите на вагоны метро, что они из себя представляют. Они залиты граффити с ног до головы. Но в Японии как с этим борются? Или... Да никак не борются, там этого нет. Культура другая. Это все равно, что к вам приедут, спросят, вот, у них пример, а как вы боретесь с тем, что у вас на улице развешивают рекламу незаконно? Никак развешивают рекламу. Ну, клеют на улице объявления, а у нас нельзя клеить объявления. Как вы с этим боретесь? То есть, они... это все равно, что к нам кто-то приедет, я не знаю, там, с республики, публики Конго и скажут, а как вы боретесь с людоедством, чтобы у вас людей не ели на улице? Ну, то такое вот приблизительное сравнение. То есть я им задаю вопрос, они не понимают, как можно на улице пойти и что-то поклеить. Это запрещено, у нас не клеят. А как вы боретесь? Так у нас этого нет. Михаил Александрович, возвращаясь к теме сухих деревьев и аварийных, скажите, сейчас, на данный момент, есть ли какие-то поступления, жалобы по поводу того, что аварийные деревья, ветки лежат на крышах домов? И в каких случаях невозможно помочь людям и устранить такие неполадки? После трагического случая количество обращений возросло в разы. Действительно, это так. У нас сейчас Зеленстрой, все подрядчики работают практически в круглосуточном режиме, даже иногда и в темное время суток, если действительно какая-то аварийная ситуация. Очень часто обращаемся к помощи к МЧС, особенно если упавшие деревья находятся на линии электропередач, либо на газовых трубопроводах, мы обращаемся к ним. И при их помощи, при их содействии, за что им огромное спасибо, они нам всегда безоговорочно помогают в любой момент. Приходится с ними сотрудничать, но мы им отвечаем тем же, мы им там, на прошлой сессии выделили деньги на ремонт пожарных автомобилей и автовышки. Ну и, кстати, ГСЧС намного больше стало обращений после 22 числа по поводу именно убрать аварийные деревья, или же все как прежде? Так скажем, немножко упало сообщение, количество их, и оно буквально сошло на единицы, это до 24 числа. В основном все... обращаются к нам местные органы власти, коммунальные службы, население не очень много поступает, это единицы. Единичные случаи, когда обращается население там. Но тем не менее, если население обращается, вы сразу едете к ним или же все-таки выясняете причины? И это в первую очередь не ваша задача, а задача... При приеме таких сообщений мы стараемся у заявителей взять минимум необходимой информации. Это прежде всего непосредственно угроза жизни человеку. Исходя из этой информации, мы уже определяем, насколько оперативно мы можем привлечь то или иное подразделение. Особенности учитывая в том, что иногда люди обращаются на линии 101,
Ну, понятно, что у каждого своя беда, и каждый ее воспринимает с определенной горечью, и каждый считает свою проблему превыше всех остальных. Поэтому обязанности диспетчера нашей службы, всех диспетчеров, это расставлять приоритеты и определять именно первоочередным те вызовы, которые в первую очередь необходимо оказать помощь человеку, спасти его жизнь и здоровье. Спасибо большое за информацию. Я надеюсь, что в скором времени в нашем городе проблемы с аварийными деревьями будут решены. Я нагадую, мы говорили про наслідки негоди, п'ятничної негоди, і про відключення води на найближчі два дні. Я бажаю всім приємного вечора та гарного настрою. Побачимось.